Всем привет! Как и обещал в прошлом видео, расскажу, как можно загрузить на ваш iDevice видео, будь то iPhone, iPad или iPod, без подключения к компьютеру и к iTunes. Напоминаю, что iPhone по умолчанию воспроизводит только MP4 формат файла видео. Для начала нам нужно зайти на Mail. Если у вас нет регистрации, нужно зарегистрироваться. Заходите в регистрацию и прописываете все поля. Также нужно будет указать либо номер телефона, либо дополнительную почту для того, чтобы вас зарегистрировали. Если же у вас есть регистрация, то заходите в ваш почтовый ящик. Нажимаете сверху «Облако». И попадаете непосредственно в само облако. Если вы только что зарегистрировались, то у вас будет 25 гигабайт свободно. У меня уже 20 из них занято, но мне в принципе хватит. То есть можно в принципе и расширить на 64, 128 и 256 соответственно. И сумма будет взиматься каждый месяц. По умолчанию эти 25 гигабайт, они полностью бесплатны. Так что можете не переживать и пользоваться на здоровье. Создаем папку. Назову ее «Облако». Также я подготовил видео, также назвал его «Облако». Так, создали папку, открываем ее. Переходим на рабочий стол. Выделяем видео. Перетаскиваем ее на иконку браузера в панели задач. И переносим в область для загрузки. Справа внизу видим, что один файл уже загружается. Ну вот, наш файл уже загрузился. Теперь перейдем на iPhone и посмотрим, как у нас это получилось. Ищем «Облако», открываем папку «Облако», тапаем на «Видео». Справа под значком батарейки есть кнопочка. Нажимая на нее, выползает меню и внизу видим «Сохранить в галерею». Если видео небольшое, сохранится быстро. Если нет, ну, соответственно, нужно будет немножко подождать. Вот файл у нас уже сохранен. Воспроизводим. Вот так легко и просто можно сохранить видео на ваш девайс. Также можно и загрузить с девайса на облако, а оттуда и на компьютер. Сверху в галерее будет вот такая вот строчка и нужный нам ярлычок. Нажимая на него, выскочит меню и в нем выберите «Облако Mail». Дожидаемся окончания загрузки. Файл сохранен. Заходим в «Облако» и ищем нужный файл. Включаем, чтобы проверить. И вот, из телефона и из компьютера. Ну, я немножко не подогнал изображение, но во всяком случае его видно, то что видео совпадает. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. В следующем видео расскажу, как записывать видео с экрана iDevice с помощью компьютера.